Спасибо, имам Али Шарипович. Выражаю вам благодарность за приглашение посетить с официальным визитом в Республику Таджикистан. С сожалением отмечаю, что трагические события 28 апреля текущего года стали днями тяжелых испытаний, исторических испытаний и скорби. Хочу особо отметить, что обе стороны впредь не должны допустить повторения вооруженного столкновения. Народы Кыргызстана и Таджикистана издревле являются братскими народами. Кыргызы и таджики всегда поддерживали дружественные, добрососедские связи. Поэтому я уверен в том, что совместными усилиями мы найдем пути решения пограничных вопросов.